Приказ на ваше уничтожение уже получен. Я твой единственный шанс. Штурм. Он променял спецназ на вневедомственную охрану. Есть вакансия в охране старшей группы. Засунем по-тихому, но должность сержантская. Без разницы. Главное оправдать батю. Но вы не следователь, Царёв. Вы сотрудник вневедомственной охраны. Я контуженный. Мне терять нечего. Но остался верен своим идеалам. Чёрт, поведение часто выходит за рамки уставов, но никогда за рамки морали. Искренность – мое второе имя. Я реально хочу тебе помочь. Потому что справедливость – его второе имя. За свободу твоего отца, за правду и справедливость ты не меняешь. Макар Запорожский. «Стражник. Премьера. С понедельника. 20:00 на НТВ».